В городском парке Каспийска состоялась торжественная церемония открытия нового фонтана. Культурный объект в виде сердца был построен по инициативе главы города Бориса Гонцова и поддержки генерального директора кинотеатра «Родина» Аздара Абакарова. На самом деле пропустили летний сезон. Была сложность возведения конструкции в виде сердца. Задержались, но тем не менее... Новогодним праздником тоже какой-то подарок городу сделан. Концепция проекта заключалась в том, чтобы объединить территорию кинотеатра и набережную. Именно поэтому фонтан был выполнен в форме сердца, символизируя родину и любовь к городу. С открытием нового культурного объекта каспийчан поздравил заместитель главы Каспийска Таниял Капиев. Очередная локация в городе Каспийске, куда могут прийти семьи с детишками, погулять, поиграть. Поэтому поздравляю всех, хочу поблагодарить Аздара, всех, кто причастен такому замечательному фонтану. В будущем благоустройство данной территории будет продолжено. Разработчики проекта планируют уложить асфальт, сделать лестницу и установить декоративные элементы.